как она заглотила. Собственно, название-то придумал я, потому что я побывал в Японии, меня это сильно впечатлило. Слово «кандо», оно может быть переведено как чувство восторга от правильно исполненной работы. И уже сейчас где-то можно говорить о полугодовом массовом опыте применения, я негативных отзывов не слышал. Есть. Очень сильная. Ужас просто. Давай, давай. Не. Да она себе не взять. Посмотри, что она делает. Вот она красавица. Ножик ловит достаточно комфортно из-за того, что мягкий кончик. В принципе, там я ловил грамм в 16, наверное. Вот здесь на 20. Кончик, конечно, показывает очень хорошо, информативно, но и веса, скажем, не крайне мало. Вот она! Такой же, как и был. Вот какой зверь. Я, кстати, ловил ареала, мне понравилось. В принципе, поголовлю. Хорошая вещь за демократичную цену. Так что я думаю, кто купил себе ареал, особой нужды расстаться с ним не чувствую. Спиннинг достойный.
медленно ведешь, здорово. Ну пока здесь так и надо. Опа, на валу. Ну да. Артём, еще раз сюда. О, красавец. Полудничок он, подними-ка, а? Верхний. The flag sound. Ну вот, дело-то пошло, отпускай. Я вот попробовал провокатор 75 до 14 грамм, посылает великолепно, колебалку отрабатывает великолепно, рыбу держит очень хорошо, ну даже пробовал твичингом работать, то есть все характеристики, которые нам нужны, они в ней заложены. Также ловил другими спиннингами, которых в этой серии очень много. И они тоже достойно работают. Также они работают и по твичингу, и по ловле вертушки, и колебалки мелкой тоже самое. Провокатор, я считаю, что спиннинг нового поколения, которое достойно будет служить нашим спортсменам и рыбакам.